Детско-юношеская спортивная школа номер 8 находится в Северо-Западном административном округе. Здесь уже почти 10 лет занимаются юные хоккеисты и фигуристы. Мы развиваем личность здоровую, полноценную для нашей страны и для нашего любимого города Москва. Мы воспитываем спортсменов. Фигурным катанием дети начинают заниматься с 3-4 лет. И уже к подростковому возрасту добиваются немалых успехов. Когда у меня была первая тренировка, мне понравилось, я сказала, я похожу немножко. Если начну получаться, то останусь. У меня высокий уровень. Но я думаю, уже когда будет Сочи в 2014 году, я уже буду готова и, может быть, смогу выиграть. Заслуги чемпионов напрямую зависят от работы тренера. Детей в школе обучают настоящие профессионалы. В этом году у нас утверждена группа спортивного совершенствования. Тренер-преподаватель Тутберидзе Этери Георгиевна. И ее спортсмены занимают первые места на первенстве России по фигурному катанию, в кубках, в этапах Кубка России. Еще одна секция – хоккей с шайбой. Также занимают лидирующие позиции среди спортивных школ Москвы. Клуб юных хоккеистов школы «Серебряная акула» на протяжении нескольких лет был серебряным чемпионом Кубка Москвы. Я постоянно с ними работаю, и от начала растите намного-намного легче, чем взять какую-то другую команду, которой раньше был какой-то другой тренер и давал какое-то что-то свое. Я начал работать с ними и даю вот именно то, что меня учили, то, что я умею. В мае 2007 года в школе открылся плавательный бассейн. Пока что юные москвичи только учатся плавать, но вскоре на базе школы откроется секция водного поло. На данный момент проходит лицензирование нового подразделения. Те уже радуются, взрослые также радуются, но вот сейчас водное поло отделение мы наберем и откроем спортивную школу и в этом направлении тоже. Ребята занимаются с удовольствием. Некоторые из них в будущем видят себя чемпионами, другие просто хорошо проводят свое свободное время. В школе они заводят новых друзей и укрепляют свое здоровье.